Добрий вечір, шановні одесити, дорогі земляки. В ефірі програма «Вечірня Одеса». З вами творча група нашої програми, я її ведучий сьогодні Леонід Сущенко і, безумовно, гості, які зібралися ось за цим столом. А я їх презентую трошки пізніше, але зараз я хочу звернутися тільки до одного. А я обращаюсь к Анатолию Петровичу Маринину. Анатолий Петрович, можно вас попросить, вот дальнейшие слова, которые я подготовил для вступления к нашей передаче, чтобы вы немножко поддержали меня вашей гитарой. Можно? Конечно. Тогда, пожалуйста, вы вступаете, и я вступаю. Те, що у кожного міста є безліч рис, відмінних рис, рис, які відрізняють це місто від інших, це відомо давним-давно. Візитною карткою нашого міста Одеси могли би бути архітектура, безумовне море, ну і, звичайно, пісня. Пісня, яка у різних іпостасях існує в нашому місті від дня його заснування. А оскільки носіями пісень завжди були люди, то давайте сьогодні згадаємо одну людину. Людину, чия доля нерозривно пов'язана з піснею. На жаль, на превеликий жаль, цієї людини сьогодні з нами вже немає. Це режисер, актор Одеського російського драматичного театру, автор-виконавець, просто виконавець багатьох пісень Ігор Анатолійович Лучинкін. А зовсім недавно не стало Ігоря, а у вересні, 13 вересня цього року, йому би виповнилося 70 років. Нехай Ігор Анатолійович разом з нами буде ось в цій нашій студії, і ми про нього обов'язково згадаємо, а також поговоримо о том, про те, що приходить на розум, коли слухаєш його пісні. І почати я пропоную піснею Леоніда Семакова у виконанні Ігора Лучинкіна. В цьому невеличкому кліпі Ігор Лучинкін постає у різних формах. Він і актор, і виконавець пісні, і, безумовно, одесит. А справа в тому, що цей кліп знімався на тлі старовинного грузинського будинку. І пісня ця називається «Вальс птахолова». Про все інше ви дізнаєтесь з самої пісні. Давайте послухаємо, а потім поміркуємо разом. Будь ласка. На старинном грузинском базаре в Тифлисе сидел старик. Получив от прохожих очередной рубль, он выпускал из клетки в небо ворона, голубя, попугая или своего единственного плешивого орла. Птица, сделав круг над базаром, неизменно улетала в одну и ту же сторону, к стариковскому дому. Но этой маленькой хитрости никто не замечал, потому что старик много и охотно пел. По
Пани, миледи, мадам, гражданки, грацию, сэнкью, спасибо, дамки. Всем, кому мимо птичек пройти, не в мочь, не в мочь. Под кружевами, под шелками трете мозоли вы кошельками. Я вам от имени птичек хочу помочь. Если в неволе томится птица, не по-грузински на рубль скупиться, я вас прошу, не будите во мне грозу. Что ты на ворона пальцем тычешь? Ты говоришь, ты чихал на птичек? Ты не грузин мой с насморком, ты грызун, грызун. Камарджоба не нацвали. Хорошо бы спеть на свадьбе. Спеть на свадьбе хорошо бы. Не нацвали Камарджоба. Сколько мне лет, посчитайте сами. Я не нацвали, согласен с вами. Умные люди постольку не живут, а зря. Я пошутил, послушай, милый, я воевал в войсках Шамиля против завоевателей и царя. Как вы с казаками воевали, вы воевали тогда едва ли. Помню, у них командир был непростой. Шлепни тогда я их командира, не было б ни войны, ни мира. Тем командиром писатель был граф Толстой. Ой, ой, Камарджоба не нацвали. Хорошо бы спеть на свадьбе. Спеть на свадьбе хорошо бы. Не нацвали Камарджоба. Что, дорогой Чичико, молчишь ты? Впрочем, ты рядом со мной, мальчишка. Сколько тебе? Разве 128? Постой, постой. Как от Шамиля я возвратился, ты в эту осень как раз родился. А ты молодец, ты выглядишь на все 100. Вы знаете, вот прозвучала песня «Старого грузина» в исполнении артиста Игоря Лучинкина. Но я почему-то видел одессита. Одессита Лучинкина. Бывают грузины-одесситы. Бывают грузины часто. К счастью, бывают грузины-одесситы. Так вот, это неудивительно, потому что такие дома с галереями, с лесенками, очень теплые, очень такие трогательные, полно их еще, слава богу, в Одессе. Я хочу вас попросить каждого. Скажите, пожалуйста, несколько слов об Игоре Лучинкине. Так, как это лежит у вас, как говорится, на сердце. Ну, в любом порядке. Вадик. Ну, Игоря Лучинкина я знаю очень давно, то есть с 70-го года. Это мы на пароходе были Тарас Шевченко, где собирались все барты со всего Союза. Вот. И с того времени мы общаемся, общались, в смысле, и очень много интересного. Я, Вадик, вижу у тебя на груди, на твоей майке, эмблему клуба авторской песни и поэзии «Дельфиния». Да. Я знаю, что Игорь Лучинкин был основателем этого клуба, а ты сегодня его возглавляешь. Спасибо тебе. Я хочу попросить вас, раз уж мы так вот по часовой стрелке идем, Валерий Ильич, ваше слово об Игоре. С Игорем Лучинкиным лично встречаться мне не удалось. Я слушал только его песни, видел его видеоклипы, меня поразила его огромная энергетика. Он выкладывал душу в своих всех песнях, и поэтому это его состояние передавалось аудитории и слушающим его людям. Это человек огромной души и большого патриотизма. Его песни
потрясали слушателей. То есть можно о человеке судить, даже не будучи с ним знакомым, по его песням. По его песням. Здорово. В них все сказано. Олег Львович. Дело в том, что я не могу похвастаться, что я знаю Игорька. Ну, я его иначе не могу называть. А с 60-х годов мы с ним познакомились в 88-м, когда я пришел в Одесский русский драматический театр. И мы стали репетировать пьесу «Бабель и закат». А премьера этого спектакля состоялась в городе Вильнюсе в июне 88 года. Но как-то так сложились у нас отношения. Мы как-то сразу задружились. Где-то сидели, он пел, я подпевал. Я себя ни в коем мере не числю бардом. Но мне это безумно нравится. Я... страшный поклон, ну, огромный поклонник этого вида искусства. И так как он пел, а пел он очень проникновенно, пел он и голос этот бархатный, и владение инструментом, и действительно заразительность. Я не люблю говорить про артистов энергетика, это про электричество. А вот заразительность и темперамент, это, по-моему, оттуда. Спасибо, вот. Олег Львович. Но я к чему еще хотел сказать. Извини. Это большое... Потом уже, куда бы мы ни приезжали, огромное количество настоящих друзей. Не просто там приятелей. В том же Вильнюсе вдруг мы поехали в Тракай. Там такое... Там у него такие друзья были. Так это было роскошно. Благодаря песне. Все благодаря песне. Вообще, он был человек театра именно в песне. Спасибо, Олег Львович. Я пока прерываю. Извини, не извини. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я хочу попросить, чтобы свое слово сказал Анатолий Петрович Марин. Ну, я не одессит, а с Игорем мы сталкивались, как бы даже однажды выступали в одном концерте на юбилей его мамы. 90-летие отмечали. Вот. Но я знаю знаменитую историю, которая с Игорем была. Это в 70-е годы в Киеве проходил фестиваль. И там великолепно выступила Вероника Долина. Сейчас это уже живой классик авторской песни. А тогда ее жюри советизированное, так сказать. И так Игорь отдал свою награду Веронике Долине, подтверждение это вот настоящий одессит. И эта история, и она такая известная. Вы знаете, вот Антон Петрович вспомнил маму. Валентину Ивановну Лучинкину. Для огромного количества одесситов этот человек тоже как символ. Ее тоже, к сожалению, нет сегодня с нами уже. Она была, возглавляла Совет ветеранов Приморской армии. Она воевала, освобождала Севастополь, освобождала Одессу. Она была в плену. Сколько только всякого обрушилось на ее плечи, даже трудно себе представить. И вот неудивительно, что в этой семье вот такие люди. Вообще удивительная семья. Там еще была тетя Женя, замечательная сестра мамы. Потрясающе. Вот на ней держался весь дом. Вот мама была... А вот тетя Женя, это была хранительница очага, она вырастила этих детей. Это была потрясающая женщина. И, наверное, правильно будет вспомнить сегодня и мужа Валентины Ивановны вот последние годы жизни, Романа Петровича Агрикова, известнейшего человека в ветеранском движении, ветерана войны, и тоже замечательного человека. Все эти люди представители одной семьи. Спасибо. Спасибо за воспоминания. А сейчас я хочу вот о чем попросить. Я хочу попросить вас, ну, прежде всего, наверное, вас, Анатолий Петрович. Вот вы приехали в Одессу из Казахстана. Да. Там, в Казахстане, насколько я знаю, вы возглавляли клуб авторской песни. Да. И продолжаете этим заниматься сегодня. Да, да. Я не могу сделать выводы, почему вы приехали, как это произошло, и не в этом дело. Я просто хочу спросить, а как вообще песня может повлиять на судьбу человека? Песня может повлиять, и я вот авторской песней занимаюсь как бы еще с детства, со двора. Начинал с дворовых песен, как называют, блатные называли, дворовые, но в Одессе это очень распространено было везде. Раз уж вы вспомнили песни, которые рождались во дворе, давайте мы сейчас попросим нашего режиссера показать небольшой фрагмент выступления шоу «Уральские пельмени»
о дворовой песне. Давайте посмотрим. Да, это интересно. Слушайте, парни, а может под пивандос песню про юнгу, а? Дюша, сбацай. Да я 100 раз ее пел уже, ну нафиг. Ну хорош, пел уже, ты че? Да задолбал это юнгу уже. Ну Дюша, ну че ты задолбал? Пиво зря покупал. Ну че там? Андрей, а если я попрошу? Скипи, давай подыграй. В синем море пиратская шхуна после боя неспешно плыла и прикованной к мачте цепями кареглазая леди была. Леди гордо смотрела на чае и как в борт ударяет волна, лишь пригожего скромного юнгу не увидела рядом она. Лишь пригожего скромного юнгу не увидела рядом она. Вот, мне кажется, то настроение дворов вот в этом клипе передано, да? Да, ну, конечно. И дальше... Ну, как и во всех дворах, в Одессе или в Алма-Ате, песни примерно были одни и те же. И в Алма-Ате пели песни про Одессу и одесские песни. Но в Одессе про Алма-Ату, наверное, явно не пели. Ну, а потом стал сочинять вот от дворовых песен, потом решил, а почему бы мне не сочинить свою песню? И так дальше пошло, пошло. И дальше вы говорите о судьбе. А дальше была работа, и надо было вот и песни совмещать, и работу, но, слава Богу, на работе, как бы так, это работе не мешала эта песня. Вот. И когда работа закончилась, эта песня стала продолжением этой жизни. Вот она мне помогла, так сказать, вот найти себя в песне. Давайте послушаем. Давайте. Авторская песня называется «Судьба». Рыба мелкая, в колесе бегу, словно белкая. Подо мною путь не кончается, а судьба с судьбой не встречается. Судьба судьбой не встречается. Но встречаются песни старые, и поют их люди усталые, о себе поют, а будто про меня. Видно, искры мы одного огня, видно, искры мы одного огня. Разломись, душа, ты мой колокол, разгорись в ночи ярче сполоха. Колесо водя, а ведь не белка я, между пальцами рыба мелкая.
между пальцами рыба мелкая. Ну, давайте поаплодируем, да? Спасибо. Спасибо, Анатолий Петрович. А, Олег, а вот нет ли у тебя какой-то ассоциации, не только лично-человеческой, не только актерской, но я же знаю, что ты пишешь стихи, но и поэтической, связанной вот с этим вопросом, вопросом о влиянии песни на судьбу? Ну, песни возникают из стихов. Поэтому я действительно пытаюсь иногда складывать слова, но я вот хочу сказать о том, что если это связано с Игорем, то он для меня открыл Клячкина. Это было в Питере на гастролях, мы жили в одном номере. И это была фантастика с утра до ночи. И не надоедало. Беда в том, что он ушел из театра вскоре. А я не буду говорить о личных отношениях артиста и театра, но вот я вспомнил такое свое стихотворение на тему актерства и позволю себе там немного. Призы приятно получать, приятно получать награды. Они должны не заслонять того, чего нам в жизни надо. Нам надо, чтобы был полным зал, чтобы вдруг не подвело здоровье, и что со сцены ты сказал, вернулась бы назад с любовью. Мы перед рампой все равны, хоть каждый может и споткнуться. Нам надо знать, что мы нужны, и что без нас не обойдутся. И человек не может уйти из театра по собственному желанию или по желанию какого-то начальника. Потому что из театра уйти невозможно. Такая бацилла заразная, которая живет в человеке до конца его дней. И замечательно, что у Игоря был его театр песни. Вот все, что в нем копилось, все, что он хотел выразить, это выражалось в его исполнительском мастерстве. И я знаю, как он страдал от отсутствия театра как такового. Спасибо, Олег Иванович. Вот. Спасибо, дорогой. Я хочу обратиться сейчас к Валерию Юрьевичу. Валерий Юрьевич, вот в словах, в поэтическом тексте Олега прозвучала тема необходимости зрителя. Зрителя для артиста. Ну, трудно себе представить театр, в котором нет зрителя. А для театра авторской песни. Насколько сегодня многие молодые люди стесняются играть на гитаре или в узком кругу поют, да, свои песни. Почему? Что происходит? Ну, дело в том, что если человек с душой поет песню, то ему нужна обратная связь от зрителя. Я, когда пою песню, я смотрю в глаза слушателю. Если особенно это в нестандартной, в какой-то обстановке, не в зрительном зале, а где-нибудь вокруг костра, в туристическом походе, то ты видишь, как загораются глаза этих людей. И это все передается тебе, и душа наполняется желанием спеть еще лучше, еще больше песен. И так бывает, всю ночь поются песни, и откуда только берутся силы. А они черпаются из зрителей. Из этих благодарных людей, которые не разговаривают. И потом появляются новые песни. Конечно, появляются новые песни. А можно вас попросить приличествующую случаю и теме песню? Ну, я обожаю песни, связанные с туризмом, классических авторов. Я спою песню Юрия Кукина, которая называется «Почему я опять вместе с солнцем встаю». Почему я опять вместе с солнцем встаю? Непонятное чувство
и легко, и тревожно, как осенние птицы улетают на юг, так и я на восток, к своим рекам таежным я друзьям позвоню и услышу ответ. Самолет послезавтра, не опаздывай, старый, все дела отложу, накуплю сигарет, свои сумки сложи, посижу над гитарой, а потом самолет, шар закрутит земной, а потом будут песни и ночной разговор, и, конечно, костер, и, конечно же, чай, ослепительный привкус звезд лесных у него. Я палаточный полог поутру распахну, меня встретят тайги, голубые туманы, оседлаю мечту, поскочу сквозь листву неизвестным ковбоем, неизвестные страны. Почему я опять вместе с солнцем стою? Спасибо, спасибо, Валерий Юрьевич. Какое-то особое настроение создает все-таки песня, да? Mm-hmm. Вот как бы хочется встроиться в эту ноту, в это внутреннее состояние, которое вот задает каждый раз следующая песня. Вадик, скажи, пожалуйста, вот я знаю, что к тебе сегодня в клуб авторской песни и поэзии «Дельфиния» приходят не только те, кто сами пишут песни или кто исполняет эти песни, а приходят просто люди, которые любят песню. И таких много? Конечно, довольно-таки много. Мы иногда проводим концерты, иногда проводим фестивали, поэтому собираем какой-то большой зал. Ну, в последнее время мы в Доме медработников собирались. И там бывает достаточно много людей. Само начальство Дома медработников относится к этому лояльно? Ведь вы не приносите, как по сегодняшним временам, дохода. Да. Ну, вначале все нормально относилось, хорошо относилось, потому что я там еще и работал понемножку, я там звукооператором был, поэтому мне приходилось совмещать одно с другим. Можно я тебе пару слов скажу о тебе? Да. Потому что Вадим, как человек, который возглавил клуб авторской песни, это произошло не случайно. Не потому, что он просто любит песню, тоже сам поет, я знаю, и так далее. Но и потому, что он всегда по жизни был человеком, который был близок к искусству и сам это делал. Вот, допустим, он ходил на флотилии «Восток», рыболовецкой флотилии «Восток», в качестве киномеханика и культ-организатора. Организовывал там все события, которые там происходили на этой базе «Восток». Там огромное количество рабочих. И создал там ансамбль. Вот. То есть мы там собирались вечерами уже, когда никто не работает, и репетировали. Кроме того, Вадик и звукооператор, и видеооператор. Вот благодаря ему мы сумели сегодня найти какие-то видеоматериалы, которые мы покажем в связи с Игорем Лучинкиным и в связи с темой нашей передачи. Олег Львович, учитывая то, что ты надел очки, ты хочешь спрятать от меня блеск в глазу, который есть у артиста есть, когда появляется тема. Ждем. Дело в том, что вот я вспомнил такую историю. Все, наверное, знают, но есть такой замечательный бард Саша Суханов. Вот как песня бардовская влияет. Значит, в 75-м году, в 76-м, будучи студентом Щукинского училища, мы готовили дипломный спектакль по прозе Юрия Трифонова под названием «Бесконечные игры».
И вот пришел Саша, будучи только вот начинающим педагогом, только закончил свой мехмат какой-то там сумасшедший в университете. Он пришел с гитарой, и мы поняли, что его песни станут музыкальным вообще голосом этого спектакля, не оформлением, а именно голосом. У нас на сцене стояли футбольные ворота, и все на фоне этих футбольных ворот происходило. А Саша стоял у штанги с гитарой. И я помню, начинается игра, он выходил вот вначале, начинается игра радости с отчаянием. Будем мы играть в слова, вы в молчании. И это, вот эти стихи, они меня просто прошибали каждый раз. А потом появилась его знаменитая «Зеленая карета». И мой друг Семен Стругачев, народный артист России, сегодня работает в Театре Ленсовета в Петербурге. А тогда он был начинающим артистом в Куйбышеве, где мы с ним и встретились. Он пришел ко мне в гости и стал петь эту песню. И моя дочка каждый вечер засыпала под «Зеленую карету». А потом возник Бачурин с его «Чудо-деревом». И не было вечера свободного, чтобы мы не собирались и не пели. Я уж не говорю о знаменитом Грушинском фестивале, ежегодно проходившем на Волжских берегах города Куйбышева. Вот, кстати, о возможности собраться. Да? Угу. Я знаю, что и сейчас проходят фестивали бардовских песен, авторских песен. Но что-то не так, ребята. Не так. Но в Одессе есть одна особенность. В Одессе, вот благодаря, в частности, Игорю Лучинкину, формы вот такого общения принимали совершенно удивительные варианты. В частности, я знаю, что Игорь создал у себя на даче своего рода театр авторской песни, который благословил Михаил Михайлович Жванецкий. Есть, как это произошло, Вадик? Ну, Михаил Михайлович к нему приходил иногда на его концерты. Вот. И потом говорит, давай назовем твой проект «Песни на старых одесских дачах». Шикарное название. Михаил Михайлович может придумать. Этот может. Но я почему... Кстати, по примеру Лучинкина, Владлен у себя во дворе тоже устроил зрительный зал и сцену для того, чтобы... Вот этот одесский дворик его, он в частном доме проживает. И без театра Никитских ворот, песни нашего двора. Так что те, кто хочет посетить вот эти вечера у Владлена, я его называю Вадик, дома, надо сначала прийти в клуб авторской песни «Дельфиния», вот, пообщаться, послушать, посмотреть, а потом решить, если будет интересно, придет и... Ты не возражаешь? Да, я не возражаю. Он приглашает. Можно я прочту? Конечно. Мы с Игорьком всегда говорили, а что дальше? Все время, ну, без перспективы же никак. Но это все вместе. Мне думается, что ассоциативно как-то это может откликнуться. Интересно, куда же мы денемся? Не такие, как были на старте. Мы все так же на что-то надеемся. Кладыща на неведомой карте. Мы такие же, как познакомились, но тогда мы смеялись почаще. Не хотелось бы, чтобы успокоились в глубине человеческой чащи. Вот шагаем по белому свету, спотыкаясь, свой зад поднимаем. И пока продолжается это, все, что будет потом, мы не знаем. Молодец, молодец, Олег Львович. Продолжим настроение песни в стихах. А я хочу сказать, что вот клип, который мы сейчас увидим, даже это не клип, это вот съемки Вадика. Дело в том, что одно из выступлений было у Игоря Лучинкина в доме Рериха в Одессе. То есть я возвращаюсь к теме, что встречи с авторской песней могут быть везде. И я с удовольствием вспоминаю человека, с которым я был очень близко знаком, тоже ушедшего из жизни, Святослава Калугина, который со своей женой Светланой проводили вечера на кухне у Калугина, но не дома,
а в доме ученых. Вот. Честь и слава. Да, безусловно. И память светлая Славе Калугину. Да. А Светлана до сих пор проводит эти вечера. Так замечательно. Да. В этом же весь фокус. Сегодня не погибло. Согласен, Анатолий Петрович. Так вот, та песня, которую мы сейчас услышим, это песня, которую автор Леонид Симаков назвал очень своеобразно. Просто песня номер 42. Оригинально. Давайте послушаем. Заткните уши, критиканы, полотеры. Ломайте копья на газетных падежах. Мои словесные полки не на маневрах. Мои полки на неудачных рубежах. Насточертела и богема, и карьера. Для пересмешника 7 лет, один ответ. У Хлестакова 30 000 одних курьеров. У нас миллионы достижений и побед. Река имеет берег правый, берег левый. Вода бунтует где-то между берегов. О, берег правый, берег левый, где вы, где вы? Покровы омут мест столбов и дураков. Букет терпения не губишь у грузина, и нет его у букиниста-старика. Терпенье ваше по валютным магазинам, терпенье наше по архивным тайникам. Под звуки марша синюю птицу просмотрели, забыли притчу, не насилуй, где живешь. Не слышно Моцартов, гремят одни Сальери, но эту песню не задушишь, не убьешь. Ушла на цыпочках удача и нелопа, ушла туда, где нет окурков по углам, ушла туда, где нет всевинного потопа, ушла туда, где нет меня, наверное, к вам. Я не скулю и на фортуну не пеняю, но на войне мосты обратно сожжены. Свой черный хлеб на ваш пирог я не сменяю. Все хорошо, и лишь бы не было войны. Но всюду тащут, всюду тащут, всюду тащут. Кто полкило, кто полмиллиона, кто мешок. И даже я для этой песни запропащен стащил у Пушкина малюсенький стишок. Я вам пишу, чего же боли? Что я могу, а я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле, меня презреньем или чем-то наказать. Вот и закончили третий. Совершенно точно. А сейчас я хочу предложить такой вариант ответа на вопрос. Вот в песне Игоря, песне Леонида Симакова в исполнении Игоря, поднимаются какие-то очень важные для каждого из нас вещи. Это то, что не касается политики, но касается чего-то еще более важного, чем политика сегодня. Того, что происходит в наших душах. Давайте сейчас попробуем сделать такую вещь. Это чистая импровизация. Я попрошу вас, Анатолий Петрович, и вас, Валерий Ильич, один куплет из любой вашей какой-то вами собственной, чужой песни, которая тоже поднимает, на ваш взгляд, что-то очень важное для наших человеческих душ. А пока вы вспоминаете, какую именно песню каждый из вас свою, вы процитируете, я попрошу Олега Львовича. Комментарий, я надеюсь, опять поэтический. Называется «Пока». Настоящее – это пока. Дальше может быть лучше или хуже.
то пожатая Богом рука, чаще грязная затхлая лужа. Вот наносим мы грязь на бока, процедура такая целебна, понимая, что это пока. Грязь недолго бывает волшебна. Так, барахтаясь в грязи, живем, ежедневно напяливши шоры и подобных себе создаем, как стихи из подножного сора. Раз или два удается взбрыкнуть, пока молот есть еще силы, а потом же трудно вздохнуть, и плетешься в грязи до могилы. Есть дорога, она нелегка. Чтоб тебе человеком остаться, где б ты ни был, сейчас и пока, никогда никому не сдаваться. Молодец, спасибо. А теперь, если готовы наши исполнители и авторы, то, пожалуйста, кто первый? Один куплет. Задание очень трудное. Неумолимо надвигается 3 сентября, по-моему, да? Есть город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог у Черного моря явившийся мне цветущих акациях город, цветущих акациях город у Черного моря. Ну, молодец. Авторская песня. Всем нам напомнил. Да, Семена Киржанова. Да, конечно, конечно. Валерий Ильич, ваша песня. А я хотел бы посвятить один куплет родителям Игоря Лучинкина. Марынкина у меня на уме. Один куплет из песни Визбора, которая называется «Воспоминания о пехоте», которая песня, там речь идет о раненых военнослужащих. Заканчивается песня так. Так и еду я к вам в этих грустных санях, чтобы вас попросить, чтоб вам было несложно. Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно. Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно. Вот мне хочется вот буквально спасибо большое. Вот в пандан сказать тоже стихами Визбора: не верь разлукам, старина. Все равно Игорек здесь, он с нами. Где бы его сейчас ветром душу не носила, она все равно в каждом из нас. И мы всегда вместе. Я просто вспоминаю, у нас была с ним традиция. Мы с ним собирались у него на даче на Мамалыгу. Вместе варили, вместе этой скалкой мешали эту крупу кукурузную. В общем, она была... Потом было так вкусно, что можно было сойти с ума. И мы сидели и пели до по сути, утра. И что-то был такой период, что мы как-то не общались. У каждого своя жизнь, у каждого дело. Ну, что говорить, текучка. Тут мне он звонит, а я знаю, что он уже нездоров. Мне звонит и говорит: я все приготовил, приходите. И мы пришли, это было буквально дней за 10 до его ухода. 4 часа. Это было и трудно, и замечательно, и приятно. И все понимали, чем, что это больше никогда не повторится вот так. И все равно мы длили это удовольствие, длили. Закончилось тем, что он мне подарил подсвечник со свечой и сказал: когда случится, зажги и помни.
помню. Еще, спасибо, можно? Спасибо. Я просто хочу прочитать еще одно стихотворение, конечно, если позволите. Солнце смотрит на нас воспаленным зрачком бесконечного неба. Вот космический глаз, от него не уйдешь, где б ты, собственно, не был. Оно видело все, все и всех, черт возьми, как ни странно. Оно видело все без очков и сквозь линзы тумана. От него одного все круги, и мы все все вокруг, и мы все происходим. Поводок у него, мы послушно на лучиках ходим. Ты из капли пришел и в себя постепенно развился. Каждый что-то прошел, а потом в никуда испарился. Спасибо. Я хочу, чтобы мы завершили нашу сегодняшнюю встречу. А мы уже приближаемся к финалу. Вот когда время... хорошая компания, разве время чувствуется? Совершенно верно. Еще одной песней Леонида Симакова в исполнении Игоря Лучинкина, которая относится и к нему, и ко всем друзьям, которые ушли. Как похмелье ждет вина, так земля ждет лето, ждет гитарная струна моего куплета. Струн тугую тетиву натянуть бы до крови, да пластом бы на траву, да позвать бы доктора. Доктор, брат мой, во Христе, мне тебя ли надо, надо? На березовом кресте раны как награды. Затуманилось низги, берегись рассудок, воспаленные мозги бредят самосудом. На скандальную молву разменяться, что ли? Я ль не первый нервы рву в шенкелях истории? Верить в Бога нету сил, а в себя не верится. От пророков на Руси кладбища шевелятся. Жить бы до подлых не дразнить, да судьба химера. Самого себя казнить просит для примера. Мысли наши топоры, плахи наши души. Плахи глухи, топоры, топоры послушны мыслям с душами порой. Ой, не разобраться, братцы, промеж плахи с топором лучше бы не соваться. Эх, жизнь, моя жизнь, ты моя медовая, крепче за уши держись, голова бедовая. Ох, раз, да кабы шанс все сказать, что скажется, я бы вас в добрый час всех простил бы, кажется.
Шановні друзі, у нашій сьогоднішній передачі ми не намагалися давати вичерпні відповіді на всі питання, пов'язані з авторською піснею. Ми лише хотіли б, щоб через долю конкретного одесита, конкретного співака Ігоря Лучинкіна, через долю і творчість багатьох людей, які є авторами пісень, ще раз подивитися на ту роль, яку відігравала, відіграє, і я сподіваюся, буде грати авторська пісня для нас з вами будь-коли. Зокрема, як вона допомагає відчути присутність людей, її авторів, зокрема, виконавців поруч з нами, навіть тоді, коли вони покинули вже цю землю. І ми сьогодні прощаємося з вами до наступного вівторка. В той же час знову ми зберемося за цим столом в якомусь іншому, мабуть, складі. Це не має великого значення. І я хочу звернутися до вас, шановні глядачі, з проханням. А прохання дуже просте. Бережіть в своєму серці пісню. Хай щастить. До побачення.